Так, заходим. Так, сегодня вашему другу, соратнику исполнилось 7 лет. С новым чем вы будете слушать? Я ему пожелаю, чтобы его не ругали родители, чтобы у него в школе были одни пятерки. И на тренировке не делали замечания. Максим, я тебе желаю, чтобы ты был сильный, получал только один пятерку. Давай. Максим, я тебе желаю, чтобы ты был сильный, и как твой отец. Был спортивный. И справедливый, как твой отец. И чтобы ты поднялся на гору Эверест. Лёня, что ты хочешь Максиму пожелать? Я желаю, чтобы у тебя появилась своя летающая тарелка. И чтобы ты полетел на другую планету или даже в другую галактику открывать новые вселенные. Вот выполни. Лёня только здесь в масштабе Красногорска летает, а ты чтобы... Не, ну ты как бы чтобы нормально полетел. Лёня, молодец. Давай, Петров. Я желаю, чтобы ты был богатым, хорошим, и чтобы у тебя был собственный самолет. Отлично. Илона? Максим, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы ты получал пятерки, чтобы ты был сильным, чтобы ты слева летал в космос. Угу. Алиса. Я желаю тебе, чтобы ты всегда был здоровым, чтобы ты слушался родителей. И все. Понятно. И чтобы ты был. Максим, с днем рождения. Я желаю, чтобы ты не болел. И всегда ставили тебе пятерки. Так, ну от себя лично, то же самое я присоединяюсь ко всем. Тарелка, чтобы была настоящая, космос, не космос в голове Алене, а реальный космос. Ну, если ты хочешь стать, конечно, космонавтом. Вот. Продвигайся вперед, слушайся родителей. 3, 4. Да, конечно, угощайтесь, слушайте.